Черный хозяйский пес по кличке Черныш растерянно бродит около двора и постоянно подбегает к своей хозяйке. Гульзига Анапа со слезами сидит на скамейке, не в силах смотреть на сгоревший дом. Баня, не знаем даже ничего. Баню топили, вот это, хотели мыться идти, уже 5 минут, вот зашли только дома, уже это, соседка говорит, что вот горит. Сообщение о горении поступило на телефон 112 в 6:38 утра 22 июня. В первые минуты хозяева сами пытались справиться с огнем, но не получилось. Первой гореть начала баня, пристроенная к дому. Потом огонь перекинулся на крышу. Через 112 звонила, пока приехали, уже на дом перешла огонь, пока не этот. Ну, хотели сами плевать с водой-то, не получилось никак. Хозяйка дома с мужем успели вынести из горящего дома документы, прибежавшие на помощь соседи, часть бытовой техники. Прибывшие на место пожарные открытый огонь потушили и начали проливку дома. Он внутри деревянный, обложенный кирпичом, что создает угрозу повторного возгорания. По прибытии первого пожарного подразделения открытым пламенем горела баня и кровля дома. Было подано 2 ствола и ликвидировано открытое горение. Несмотря на всю трагичность ситуации для хозяев дома, для пожарных это обычное дело. Сегодня есть большой плюс. Удалось отстоять большую часть дома, и все обошлось без жертв. Причина пожара сейчас устанавливается. Елена Маврина, Денис Ипатов, Максим Майоров. Новости Заинска.